Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Far Cry 5. И нас что-то вот тут вот выкинуло. Доберитесь до бункера Иоанна. Что ты хочешь, я не понял. Не вижу цель, что делать? Да я сам еще ее не вижу. Они типа решили мне отомстить за этого Иосифа, что ли? О, дружбан мой. Постоянное прикрытие с воздуха. Прекрасно. Они, я смотрю, все никак не угомонятся, эти идиоты. Где? Привет! А ты на что рассчитывал? Что будет хорошо? Не будет хорошо. Вот. Ладно, пойдемте. Так, что у нас-то? Добрись до бункера Иоанна Сида. Ну давайте не будем откладывать в долгий ящик. Это. Бункер Иоанна Сида. Здесь есть быстрый доступ? Конечно, есть. Вот и все. Чё? Сейчас переместимся. Отпустим нашу напарницу, освободим ее и уже будем принимать дальше мужественные решения. Что тут побегать, поделать? Тут еще много чего можно делать. Карта здоровая. Но нам нужно грохнуть. Как и Вера ее зовут, да? Дружелюбные собаки заслуживают всю любовь в мире. Погладь их, не хасу. Я пришел, кого грохнуть? Ну они, наверное, здесь еще, сектанты. Да? Ну ладно. Как она там, Харпер или как ее зовут? Забыл. Что такое? Почему у меня внезапно игра вылетела на рабочий стол? Что за бред? Быкуют что-то. Ладно, пойдемте. А, воевать будем? Ой, ну хорошо. Сейчас повоюем. Бочки видите, друзья? Я тоже. Если я иду, то здесь безопасно не будет. Ну, молодцы. Не дайте ему найти помощника! Мы хотим спасти наших братьев! Смерть Иоанна не остановит нас! Бог тебя проклял! Ту-ту-ту-ту-ту. Останемся внутри! Здесь не хотят они подняться? Ты с рождения проклят, так и сдохнешь! Да, снова вижу его! Так, бочка. Бочка осталась внизу. Вот. Готовьтесь, мы его остановим. Где он? На. Видали? Хорошо. Тебя как лучше убить? Что происходит? Я не понимаю. А он там сидит. В туалете, мальчик. А ты что здесь забыл? Не подскажешь? Что ты здесь забыл? А? Вот, он еще один тусит. Мы хотим спасти наших братьев и сестер. Да, веселый парень. Плотно, главное, очень.
Сопротивление обречет нас на верную гибель. Да. Твой труп удобрит землю. Причем самое смешное, что... Я в него вообще попадаю? Мы спасем этих людей и без Иоанна! Смотрите как. Не показалось, второе пришествие меняется. Давай. Другой помощник теперь с нами. Но. Иоанна больше нет. И тебя больше не будет сейчас. Испытай гнев отца. Давай. Еще одна печать. Не получится, пока я есть. О твоих грехах узнают все. Он там. Все так. Самое главное — защитить от него братьев и сестер. Так. Я думаю, что это будет вот так. Иоанна больше нет. Как вы смотрите на то, чтобы это было вот так? Мы не можем их подвести. Отец нам велел защитить бункер. До свидания. Бог давно про тебя забыл. До свидания. Сдохнешь в одиночестве. Поставь, пожалуйста, бошку. Вот что сейчас это было? Ну сейчас-то ты помрешь. Так. Хорошо. Где я? Почему я не могу с них стрелы забрать, а? Вот почему я не могу забрать с них стрелы? Сейчас что там, очередная войнушка будет? Добро пожаловать в будущее. Тут есть что-нибудь? О, я забрал стрелу, надо же. Дробаш прям шикарный здесь. Так, Хадсон, помощник. Давай, игра, не беси. И еще? Да. С каким кайфом я их сейчас грохну. Let the music play. Все? Увидишь помощника, убей на месте. Давай. Не любишь дробовой ты, как раз слышу тебя, аминь. Мы хотим спасти наших братьев. Быстро. Вот этот бронебойный, это, конечно, проблема. Проблема серьезная. Добро пожаловать в будущее. Я счастлив, что мы будем... Нет, вместе. Он там стоит, он не двигается. Ну-ка. Вот так. Нет, но я тебя грохну. Но я тебя грохну. Сгинь в адском пламени коллапса! Иди сюда, коллапс. Смотри. Хэдшот! Ой, какая прелесть. Патроны для дробаша. Игра, я люблю тебя. Обыскиваем. У тебя что есть? А мы тебя уже обыскали. А здесь... Я буду вас методично истреблять.
методично истреблять. Так, что у нас? Лук. Так, лук мне. Отдыхай. Ай! Это очень плохо. Это очень плохо. Отлично. Готов? Сдавайся. Да. Молодец. Да прибудут с тобой пули. Не. Дробаш возьми. Мне не нужен этот пулемет. Мне нужен мой дробаш. Хорошо. Деньги, деньги, деньги. Все нам надо, нам все надо. 20 патриков у тебя. Отлично. Мы идем неотвратимо, как танки. Ну я так понимаю, что... Да, отсюда. Где? Нет туда никого. Ладно. Хорошо. Не будем оглядываться назад. Перед нами открыто столько возможностей. Мы заслужили их. Ну я так понимаю, мы сейчас... Так, прилично будем еще туда спускаться по времени и по расстоянию, да. Ну, по идее, должны уже прийти, потому что... Я видел там за это, за решеткой чувака, который сидел. Вы видели его? Что это? Боже мой. Вы это видите? Вот придурки. Ой, придурки. Ужас. Что вообще? Молодец, Хадсон. Красотка. Алло. Ты чё? Ты меня все это время узнавала? Не ждала, что ты вернешься. Что-то происходит. Беременная. Все странные дымщики внезапно забегали. Стали закрывать двери. Нас всех заперли. Я думала, что застряла тут. Навечно. Не бойся, не бойся. Это все он. Это он. Этот сраный выродок. Он спускался сюда, становился в сторонке и смотрел. Представляете, что ей пришлось пережить, да? Мы молили о помощи, а он просто смотрел. И говорил, как дети мои. Другие. Так, я тут не одна, были другие. Их нужно спасти. Ну, пойдем. Потом сжечь это место к херам собачьим. Хорошо. Помоги. Хорошо. Или не мешай. Ой-ой-ой, какая суровая женщина. А не могу друг женщина какой. Нам нужно попасть в центр управления. Только оттуда можно открыть клетки и выпустить остальных. Ну пошли, Хадсон. Сейчас стрелять будем этих козлов. Не, ну радикалы, да, друзья мои. Просто радикалы. Абсолютные. Как они, как помните, как он этот дурачок
сдохший, вырезал кусок кожи с нашего дружбана на самолете. Нельзя открыть все замки разом, здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. Ну давай. Салага, давай к камерам, я буду их открывать. Ты офигела, что ли? Аварийные выходы открыты. Я никого не вижу. Я впечатлен. Я тебя убью. Да? Ты умрешь. Я готов к этому. В смысле, я не понял, я что? Выстрела с дроби недостаточно? Так, сейчас припрется, я так понимаю. Там снайпер, что ли? Ну, окей. Положили мы его? Да, мы положили снайпера. Отлично. Хатса, не беси, пожалуйста, а. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Боже, как мне страшно. Позовите помощь! Спасите! Угомонитесь, а. До свидания. Хорошо, здесь. Здесь мы забрали патроны. Лут. Слушайте, стоило только в Москве чуть потеплеть, и комары полетят, появились. Но это бесилово. Я поверить не могу. Ты пример для нас. Я очень опасен с дробашом. Хватит. Хватит. Отлично. Я не выдержу. Салага. Один из блоков открывается из другого центра управления. Ну ладно. Отсюда не получится. Салага, найди другой центр. Стой, стой, центр управления заперт. Ракеты нет. Отмена запуска. Какой ракеты? Ладно, не зевай. Я опустила платформу в ракетной шахте. Салага. Там ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Черт, ЭДМщики! Но это не проблема. Он хочет забрать наших братьев и сестер. Я уже их забрал. Внутри, внутри. Точно? Я не видел. Защищайте панель управления. Они, я так понял, сюда что ли продвинулись? Ну сзади я их не вижу. Не дайте ему освободить людей. Пошел, пошел. Отдыхай. Никто тебе не поможет. О! Вот отсюда это опасно. Угу. Обязательно, да. Хорошо. Ага, в следующей жизни. Какая интересная поза. Встречаться он со мной собрался. Пулемет у тебя еще не дорос со мной встречаться. Обыскать, отлично. Разнеси пульт управления. По-другому нам людей не вытащить. Стреляй или взорви их, быстрее. Есть время. Так, давай. Он хочет забрать нашу правильную систему. Все?
Отлично. Так, хорошо. Хорошо. Я доволен. Еще. Стрелы, ускорители. Еще здесь что-то, по-моему, есть, да? Прекрасно. С тобой разобрались. Так. Знаете что? Давайте, наверное, с пистолета. Ну, пожалуйста. Вот. Ну, у меня пока патроны на него есть. Тревога. Тревога. Здесь? Нет, не здесь. Хорошо, и вот это еще, наверное. Получилось. Камеры открыты. Давай назад в шахте. Я кое-что придумала. Что? Эвакуация. Эвакуация. Здорово! Давай. Ничего не трогали. Если что заклинит, стреляй по петлям. Люси говорит, что... Тревога. Давай. Ой, какая прелесть. Нельзя открыть все замки разом. Здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. Ничего страшного. Ты, главное, открывай. А я что делаю? Следуйте к ближайшему выходу. Да ёлки-палки! Вообще абсолютно смешной момент. И мы там так зависли. Вот так, стреляй по цистернам. Так, контейнеры блажи. Вот эти вот. Да что ты делаешь? Хорошо. Так, у меня с патронами все не очень хорошо. Начался пожар. Прекрасно. Угу. Обнаружен дым. Привет. Обнаружен угарный газ. Нет, это мне не надо. Ну, пекаль. Давление падает. Хорошо. Все? Давление падает. Это тоже надо? Да. Я надеюсь, я все правильно делаю. Помощник, подмога уже в пути. Мы почти на месте. Встретимся наверху. Открой люк. Где-то рядом есть панель. Она говорит, беги. Я бегу, они стреляют. Я делаю то, что она говорит. И в итоге получается чушь. Бежать смысла нет. Ладно. Я думал, надо просто пробежать. Нет.
Помощник, подмога уже в пути. Ну, аптечка, отлично. Мы почти на месте. Встретимся наверху. Открой люк. Где-то рядом есть панель управления. Я не пойму, вы чё, из чего, из этого... Из брони. Необходимо открыть главный люк вручную. Пошел ты! Киборги, киборги! Начните процедуру эвакуации. Да, стреляй! Необходимо открыть главный люк вручную. А давай. Начните процедуру эвакуации. Пытаюсь. Что мне делать теперь? Сбой системы. А, открывается, понятно. Все, горит. Сбой системы. Ладно. Как ты мог? Как? Давай. А что мне делать? Мы уже здесь. Давай, помощник. Я вылез оттуда. Что-то чушь вообще. Да, это была очень проблемная эвакуация. Очень проблемная. Регион освобожден. Мало убить босса, надо еще залезть и размочить там какой-то его бункер. Потрясающе. Привет! Твою мать! Никогда раньше такого не видел. Я знал, что мы не зря тебя спасли. Эй! Ты вернул то, с чем мы попрощались. Надежду и округ. Эй! Что бы ни случилось, мы с тобой... Эй! А ты не промах, салага. Поэтому у тебя вся харя побитая. И, судя по не всему, салага. Ты теперь здесь главный. Если вдруг что-то понадобится, ты только скажи. Салага, ты здесь главный. Давай, давай. Тоскуй. Печать сломана. Угу. Моего брата мало кто любил. Я и тебя сломаю, говну. Его боялись. Никто не понимал его. Кроме меня. Я не был монстром. Просто в детстве он оказался лишен семьи. Он был любящим, добрым, радостным. Он был легкой добычей. Он ошибался. Даже сходил с пути добра. Но он был моим братом. Mm-hmm. Тот, кто повинен в его смерти, будет наказан. Да ты чё? Я обещаю. Да это. Ты чё? Серьезный ущерб, точно тебе говорю. Теперь они знают, что на них есть управа, и будут вести себя скромнее. За освобождение региона. Оно случается как раз, когда не ждешь.
Денег у нас с вами вообще, я смотрю, прям хорошо так становится. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо тебе. Так. Что нам еще надо купить? У нас 7000. 7000. Так, оружие. Что мы еще можем тут купить себе? На наш лук. Прекрасный. Модификация. Это есть. Нет, зачем нам это надо? А что у нас еще? Что-то есть еще? О! Карты вот эти носим с собой. Когда-нибудь, наверное, их продадим. Все по 180 рублей, что ли? Ключевые точки у старого депо. Хорошо. Так, теперь сюда. Ури-щури-щури-щури-щури-я. Стоп, здесь можно купить... Не-не-не-не-не-не. А я сюда зачем пришел? Вы знаете, зачем я сюда пришел? Но тут еще есть задания, но они нам не нужны уже. Долина Холланд освобождена. А, здесь еще остался один аванпост. Так. А где он? Этот аванпост. Почему мы ничего про него не знаем? Лаборатория Паркера. Тут вот есть быстрое перемещение. А это что? Мэрил Брикс. А это? А, конвой вооруженный. Церковь Агнца Божьего. Я в церкви Агнца Божьего. Сюда наступают сектанты. Угу. Я хочу аванпост здесь жахнуть. То есть то, что мы освободили, они молчат. Поэтому мы сюда... Это Грейс. Да? Это Грейс. Сюда наступают сектанты. Выходим, друзья мои. Выезжаем на помощь. Выезжаем. Мастерская. Погнали. Пи-пи-ри-пи-ри-пи-пи. Все, вырубили нафиг. Да. Заскочите домой, как будет время, ладно? Угу. Пожалуйста, ничего срочного. Пока что. Нет. Мы пока едем в церковь Агнца Божьего. Ой, хорошо, мы их раскатали прям чистенько. Прям великолепно. Как мы могли еще с вами оставить один аванпост, а? Надо зачистить непорядок. Непорядок. О, конвой. С конвоем надо разобраться будет. С самолетов. Ну или с вертолетов. Наш напарник должен решить вопрос. Это не наш напарник. Нет, это не наш напарник. Ник, его Ник, по-моему, зовут, да? Или он за нами едет? Ладно, сейчас посмотрим, что здесь происходит. Это Грейс. Я в церкви Агнца Божьего. Но она, получается, эта церковь вот здесь. Пойдемте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Что происходит, ну?
Сюда. Я сюда здесь. Помощь. Сюда. Куда? Ага. Где она? Вы ее видите? Тут есть второй этаж. А, она наверху. Ладно. Откуда? Пошел отсюда. Я сейчас тебя туда отправлю. Их двое, в смысле, все? Это все те сектанты, которые ей мешали? Угу. Все, я вижу. Да, да, я. И думаю, где она? А, о, на крыше тусит, мадам. Да, здесь я, чё ты орёшь? Чё ты орёшь-то? Это тебя разыскивает секта, да? Я Грейс. Мне рассказывали, кто ты тут портит жизни демщикам. Это я. Ты вовремя. Чё такое? Видишь могилы внизу? Там похоронены герои войны. Мой отец в том числе. Окей. Демщики хотят их осквернить. Они пытаются стереть нашу историю. Деморализовать нас. Так. Не дождутся. Пока я жива, никто не тронет могилу моего папы. Стрелять я умею, но меня нужно прикрывать. Они вернутся в любую минуту. Ну, давайте. Юго-восток. А. Чё там? Чё-нибудь отбили себе? Используйте дымовухи! Где там он? Давай, давай, разбирайся. Защищаю. Замечательно. А где? Как я могу понять? Это какой мавзолей? А. Они у могилы. Прошу, жалься! Угу. Ну и чего? Отдыхай. Угу. Эти памятники злу нужно уничтожить. Это не случайность. Храни веру. Чего веду? Уничтожь памятник. Ты сгори вместе со старым миром. Серьезно? Уничтожь памятники. Я, знаете, что не понимаю? Я ранен! Помогите! На дороге! По мне снайпера лупят! Давай. Сколько
сколько этот идиотизм будет продолжаться? Где он? Прикройте, заряжу. Меня не слышно. Мы справимся, помощник. За врата Эдема! Враг на юго-востоке. Отдыхай. Опять? Врагает на юго-востоке. Так. Там тяжелый пришел. Давай. У меня столько хилок нету. Еще? Что если так фпс-то дропается, я не пойму. Твоя душа теперь моя. Слушай, я не понимаю, ты бронебойный что ли? Кошмар какой. Давай. Замечательно. Давай. Каким образом это задание выполнять, я не знаю. Ну. Да. Люди здесь обожают сплетничать. Обсуждают, сколько людей я убила в Афганистане. Да, в серьезно. Нас окружит еще что? Стрельба! Я, знаете что, я не понимаю логику этого задания. Может, я просто подустал? Я его сегодня совершенно точно выполнять не буду, потому что я один раз попробовал, у меня не получилось. Надо подумать, какую там тактику применять, потому что непонятно. Они со всех сторон окружают, и надо каким-то образом их отстреливать. Там нужно какое-то, может, дальнобойное оружие. Не знаю, я подумаю. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.